We wanted to take a plane from Bremen to St. Petersburg, and this was a beautiful plan. But it actually failed. You know why? Because we missed our plane. So, heute zweiter Versuch auf dem Weg nach... nach Hause! Zweiter Versuch, weil wir gestern die Maschine knapp verpasst haben. War nicht so clever von uns und nach St. Petersburg kombinieren dort einmal den Familienbesuch mit einem Besuch von der Veranstaltung. Geht um Social Media Marketing und schauen uns da auch das ein oder andere Immobilienprojekt an und machen wir ein paar Vlogs auch, Homecoming Vlogs. Привет, мы сейчас сидим в ресторане «Баклажан» в Санкт-Петербурге. И я хочу сказать, что нам понравилось настолько, что мы решили поговорить с менеджером этого ресторана. Мы хотели, во-первых, сказать, что у вас очень-очень круто, все было очень вкусно. Мало того, что было вкусно, было еще и красиво. И были удивительные, у нас была удивительная официантка, она предугадывала просто все наши желания до того, как мы успели их говорить. И, собственно, поэтому мы решили вас спросить, откуда родился этот концепт, почему именно такая кухня? Добрый вечер, Артем, из ресторана. Концепт, на самом деле, ресторан открывался в 2011 году. Угу. Менялось все от гостей до меню. Наш ресторан находится в самом центре Петербурга, угу. Рядом с московским вокзалом. То есть, здесь а посетителей от боя, наверное, нет. Много людей здесь, много гостей у нас, широкий спрос. Вот про широкий выбор хочу заметить. Мы очень долго не могли выбрать, что нам в итоге поесть, потому что выбор огромный, начиная от более-менее европейского. Ну да, у нас такого. То есть в ресторане представлено 4 кухни, получается mm-hmm. восточная, кавказская, европейская и японская кухня. Mm-hmm. So what are we here for? We're here for some serious food. It's gonna come in the next shot. So this is Georgian, Oriental, like Southern Russian cuisine, which Caucasian. Caucasian, exactly, which is supposed to be very like fine with many herbs inside and spicy game, exactly. Получается, что если это более восточное, то именно поэтому подразумевается, что пряности и такая насыщенная вкусовыми. Да, все блюда, они готовятся по традиционным рецептам, со всеми традиционными специями. Mm-hmm. То есть все специи, многие продукты к нам приезжают из Грузии и Узбекистана. Mm-hmm. Кстати, хочу заметить огромная карта чая. Мы изначально спросили, какой нам, ну потому что мы не очень разбирались в чае. И выбрали красный, и мы хотели спросить у девушки, какой лучше. Она нам посоветовала про зеленый, потом дополнительно пришла и сказала, что спросила у чайного сомелье, внимание, что есть некий другой сорт, который заказать лучше. И came, let me try it. Oh boy. Well, they got me at lavender. Once I knew that there was lavender inside, they got me. It is Chinese red tea. Which the tea sommelier chose for us. Качество в основном исходит от персонала. Да, то есть начиная от входа и заканчивая уже менеджерами, официантами, чайными сомелье, кальян.
а компот и морс мы все делаем сами. И, кстати, вот заметили, у других гостей, видимо, был, наверное, плов или какое-то такое блюдо, когда уходил человек в национальной одежде. Ну да, это наша фишка, это у нас такая подача. Вот расскажите про фишку. Плов делается из... Вот у нас один плов есть, он делается из риса, который специально поставлен, приезжает из Узбекистана. Так же, как и специи, так же, как и мясо баранина, именно халяль. Подача такая идет с первого дня. Человек в национальной одежде, в тюбетейке, выносит большой поднос. Большой поднос, но в подносе стоит казан. В казане плов. И он при вас, при выносе этого плова, он якобы его там готовит, размешивает, выкладывает на тарелку красиво. Вот, собственно, это уже получается опыт, потому что вот мы наблюдали, гости улыбаются, ну, да, им сразу приятно, нравится, да, что... Ну, это, конечно, внимание приятно всем. Ну, мы, наверное, получили ответ на все наши вопросы. Большое вам спасибо, мы под впечатлением, нам очень приятно. Мы, это я и мой муж, который снимает. Будем рекомендовать и будем приходить еще. Приходите, конечно. Спасибо вам огромное. Отличное настроение. Спасибо.